Ваши исцеляющие руки, опыт полярности. Жизненная сила – это тонкая форма электромагнитной энергии. Это активный поток жизни и физиологическая реальность тела. Все понятно, да, вам? Христос называл ее светом. Русские ученые в своих психологических исследованиях биоплазматической энергией. Вильгельм Райх – относил ее к энергии аргона. Йоги Восточной Индии зовут эту энергию прана. Рихенбах говорил о ней как об одиноческой силе. Для кахунов это мана. Парацельс называл ее муния. Для китайской науки привычный термин ци. Манускрипты алхимиков говорят о жизненном флюиде. Эйман описал это явление как X-силу. Брунер назвал ее биокосмической энергией. Гиппократ, вис медикатрикс натуры, естественная жизненная сила. Услышали здесь, да? Все есть. Да. Введены куча терминов. Отзывы, отсылы туда, подальше, как можно дальше. Причем э, автор молодец, он все карты покрыл. И ученых там, и религии, и древние, и современные. А все, а потом... все. Вот. Кто-нибудь да попадется в эту сеть? Если я русский, то про русских написано. Если я праноед, про прану есть, все есть.